лучший друг в его тени. Его отправят на соревнования, и он станет чемпионом. И тогда... Начать запись. Она юна. Не настолько. Ей лет 18. Она живет дома с отцом. В деревне. Вырезать? В городе. Он слаб здоровьем, и она проводит с ним почти все время. Но мечтает об иной жизни. Полной волнений, приключений, романтики.